Армения в очередной раз оказалась в должниках перед Россией. За освобождение Азербайджаном гражданки Ливана армянского происхождения Марал Наджарян, которая во время Второй Карабахской войны в качестве снайпера воевала в рядах армянских вооруженных формирований и была взята в плен азербайджанскими вооруженными силами. Как говорят в народе, долг платежом красен. Именно по такому принципу решил действовать спикер парламента Армении Арарат Мирзоян. Он предложил Совету Национального собрания Республики наградить председателя Совета Федерации России Валентину Матвиенко почетной медалью за ее посреднические усилия в деле освобождения армянского боевика. Об этом Мирзоян сообщил на своей странице в Facebook, передает канал 13. Наряду с этим он поблагодарил Матвиенко за то, что она отреагировала на письмо от имени женщин-депутатов и на личную просьбу Мирзояна взять на себя роль посредника возвращения Наджарян из плена.